Активно работая с Крипком, Олег Дьяконов убирает наклейки, объявления и рекламные листовки с остановок. Вот уже 5 лет он вместе с женой Натальей делает город чище. Семья подрядчиков работает практически во всех районах города. Сложнее всего приходится на окраинах. 55. Вот только в этом. С 1 апреля. В апреле. 55 остановок. В том месяце мы 69 помыли остановки, потому что были слишком грязные. А в этом месяце... Нам уже дали наряд, 118 остановок у нас. Всего в Самаре необходимо отмыть более 1200 остановок. Приводят в порядок и урны на улицах города. Например, в день только в Октябрьском районе, где всего вдоль дорог расположено около 400 емкостей для сбора мусора, бригада восстанавливает до 50 штук. Свежая краска должна сохраниться до следующего сезона. Мы восстанавливаем окрасочное покрытие сгоревших урн, убираем ржавчину, и после уборки снега непосредственно бывает, что повреждены урны. Мы их либо восстанавливаем, либо заменяем на новые. Установившаяся в регионе теплая погода позволяет не только благоустраивать город, но способствует завершению отопительного сезона в городе. В нескольких районах Самары проводят температурные испытания теплосетей. Городские власти просят отнестись к ситуации с пониманием. Все это необходимо для проверки оборудования и выявления дефектов трубопроводов. Если погодный фактор сложится так, как он есть, а прогноз именно говорит об этом, то мы предполагаем, что в четверг будет объявлено об окончании отопительного сезона. Сразу, естественно, никто не отключит. Это будет постепенно. Вначале сейчас уже отключаются промышленные предприятия в данной ситуации, которые ТСЖ отключаются самостоятельно, кто работает на позиции 1/7. Повторного массового включения не ожидается, отмечает вице-мэр. Синоптики не обещают похолодание. Однако при необходимости, по заявкам медицинских и социальных учреждений с круглосуточным пребыванием людей, профильные организации должны быть готовы к подаче теплоресурса. Это обсудили на еженедельном совещании с представителями управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Уже в эту среду, 14 апреля, в городе начнутся температурные испытания тепловых сетей Самарской ТЭЦ. С 9 до 16 часов приостановят подачу горячей воды в Кировском, Промышленном, а также в части Октябрьского и Советского районов. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.